Я сейчас выключу. Так, друзья, мы с вами побывали виртуально в круизе, который прошел у нас 20-го, то есть, вернее, да, в декабре 20-го года, в самый разгар пандемии, и у нас в гостях Яэль Франкфурт, которая вот непосредственно была участником этих действий, которые происходили сейчас на лайнере. И я очень благодарю, что Яэль согласилась с нами сегодня, нам сегодня рассказать, как это вообще путешествовать, да еще когда весь мир стоит на паузе. Как это, ведь границы же закрыты, каким образом вы оказались в круизе в такое время, когда вся страна с замиранием смотрит телевизор и ждет с напряжением, что же завтра будет. А мы сейчас видели такие счастливые лица, для которых не существует границ, которые продолжает жить так, как прежде, наслаждаться жизнью. Вот. Я очень вас благодарю за то, что вы сегодня с нами. Вот поделитесь, как это вам удается путешествовать в такое время. Да еще, насколько я знаю, у вас это путешествие абсолютно бесплатное. Как это, вот, расскажите, пожалуйста, что это за такой за клуб, который позволяет путешествовать на таких шикарных лайнерах и абсолютно за счет компании. Вот. Добрый день, Светочка, как меня слышно для начала, потому что мне это все очень интересно. Как меня слышно? И слышно все хорошо, я вот только не могу перейти. Да, все нормально, я уже вижу, что трансляция тоже идет. Добро пожаловать всем на нашу замечательную презентацию. Спасибо, Света, что пригласили. Два момента очень важных. Первым делом бесплатный сыр только в мышеловке. Мы имеем безоплатную возможность путешествовать, потому что мы здесь работаем, а работаем мы здесь следующим образом. Мы здесь занимаемся распространением идеи и возможности путешествия на лучших круизных лайнерах мира. И за то, что мы распространяем эту удивительную возможность, нас поощряют, соответственно, пригласив сюда людей, определенное количество, мы начинаем путешествовать абсолютно безоплатно. То есть вот это как бы очень важная поправка. Мы путешествуем безоплатно, но не бесплатно. Вот, это нас еще как бы мотивирует на подвиги, поэтому действительно, это первый момент. Второй момент, что касается желания путешествовать, ну, это мое все, потому что в жизни своей обычной я хозяйка туристической компании, живу в Германии, и основная моя работа – это путешествие. Путешествие у меня туристическая, как я уже сказала, компания по всему миру, я эксперт, специалист по международным продажам именно путешествий. И поэтому, когда в мою жизнь ворвался предмет вот такой интересный, как Inkruzus, да, клуб путешественников, который дает возможность людям именно путешествовать на круизных лайнерах, то я, естественно, и минуты не сомневалась, сразу зашла и стала, вот, так сказать,
здесь и сейчас. Поэтому то, что я нахожусь в этом клубе, дало мне возможность и сейчас совершать путешествия, что вообще на самом деле не везде сегодня возможно. Но вот именно в нашем клубе такая великолепная ситуация реальна. И поэтому всем гостям и всем тем, кто зайдет сегодня на презентацию, буду рада только посоветовать бежать, срочно звонить, стучать Светлане и говорить ей и просить ее взять к себе в команду и рассказать, как и что такое компания Inkludus. Ну и если кто-то из моих гостей зайдет на мою презентацию, милости прошу, обращайтесь ко мне, тоже помогу, тоже расскажу. Вот как-то так, Светочка. Да, здорово. Вот расскажите, пожалуйста, как прошло это ваше круизное путешествие? Вот как вас на лайнере встретили? Какие-то были ограничения, неудобства? Вот, ну и немножечко вот по картинке ваших с удовольствием посмотрим. Да, значит, мое путешествие в самую пандемию произошло именно потому, что я очень хотела показать всему миру, что великолепнее возможности как отдыха, чем круизное путешествие, нет вообще. Как мы все знаем, что круиз – это возможности. И в первую очередь возможности выбора возможностей. Да? В первую очередь это можно пойти с кем ты хочешь. Я действительно совершаю не первый круиз уже. Это уже был мой второй круиз за год. И сейчас у меня забронированы еще два, а три, к сожалению, отменились. Но про это позже. Во-вторых, у нас как бы почему это возможно? Потому что в нашей базе, которую вы получаете в свое пользование, есть сразу великолепная возможность бронировать до 5000 маршрутов вообще в год. То есть ты можешь сегодня до 2022 года выбрать любое путешествие твоей мечты и отправиться туда со своими друзьями, семьей, знакомыми, соседями, неважно с кем. У нас есть 16 пароходов с компанией. И вы можете, которые работают с нами напрямую. Вот это очень важно для меня, как для специалиста в туризме, было важно понять, в чем суть. Суть, друзья, в том, что вы можете здесь совершенно спокойно заказать любое путешествие своей мечты напрямую и таким образом избегая посредников, то есть сама себе стала конкурентом. Но я понимала это еще тогда, 3 года назад, что если я сама себе не стану конкурентом, то моими конкурентами станут мои клиенты, а этого я не хотела. Поэтому моих клиентов я просто пригласила в клуб, и мы с ними теперь вместе путешествуем. Далее, что такое круизное путешествие? Это в нашем клубе, это также шикарная накопительная программа, которая дает людям право накапливать свои деньги, которые в будущем они будут тратить на путевку, именно круизное путешествие. Мы говорим только о круизах. Это некий клуб путешественников, которые хотят путешествовать именно таким видом транспорта. Но при этом у нас действует обалденная система накопления, в которой вы можете, пока вы никуда не идете, и, допустим, в данной ситуации, да, как бы, грубо говоря, многим людям не до круизов, не до путешествий, они просто закрыты из-за закрытия границ, мы просто здесь копим деньги. То есть у нас не теряется время, время работает на нас, а не против нас. И почему еще мы концентрируемся на такой великолепной возможности, как круиз? Потому что вы на круизе можете на самом деле позволить себе все, что угодно. То есть вот сегодня вы такие все замученные, уставшие, не только отпуска нет, нету веселья, нету шума, нету ресторанов, нет детских клубов, нет детских садов, школ. Представляете, вот еще через 2-3 месяца, когда все это станет возможным, вы не просто отправитесь в путешествие, а вы отправитесь в путешествие именно на круизном лайнере, где вы сразу получите вот этот выбор. Поэтому вот это великолепие, которое в мою жизнь пришло в 2018 году, уже третий год имеет в нем место, шикарно сегодня сочетается с нашим временем. И кому-то пандемия не в пользу, а нам пандемия только в плюс, потому что мы в пандемию готовимся к путешествию, собираем наши деньги, нас становится все больше и больше. Кто мы? Мы люди, которые любят путешествовать на круизах. И вот именно вот это чувство людей, которые вообще любят путешествовать, любят отдыхать, любят видеть мир, хотят показать его своим детям, внукам, друзьям, соседям и знакомым, это именно та категория людей, которую мы ищем, которую мы приглашаем. И именно эта категория людей не может усидеть на месте никогда. Поэтому в самую пандемию, когда все считают на белом свете, что корабли уже распилили на куски и отправили на металлолом, мы с моей командой из Берлина отправились в путешествие вот в декабре прошлого года. То есть прямо перед Рождеством мы сделали себе подарок. И все, что отличало нас на тот момент времени, да, и сегодня, что мы сегодня можем путешествовать вот в таком маскараде. То есть мы были в масках. Но в хорошем смысле этого слова, потому что кроме масок у нас были еще вот такие замечательные вот такие вот часы, как я их называю, да, они остались подарком, мы их можем забрать с собой, они одеваются на руку,
И таким образом вы можете купить не по привычной для всех карточке, по которой вас регистрируют, да, обычно, вы видите сейчас на картинке, а вот по таким часам, здесь есть сканер, да, вас сканируют, и вы можете купить напитки, заказать себе любую нужную вещь, открывать дверь, да, вот таким образом, не прикасаясь ни к чему руками. Это очень удобно. На самом деле, мне кажется, что даже если все закончится, стоит вот обратить на это внимание, потому что это реально очень удобно. Ну, также, конечно, нам всем при входе и выходе на лайнер сделали тесты. Тесты были у нас нормальные, поэтому мы зашли на корабль. Все за счет путешествия, заметьте. Заметьте, на обычной жизни я этот тест не делала, и он мне был не нужен, но, значит, попав на круиз, вам его предоставляют, вы делаете, таким образом вы узнаете, что вы здоровы, садитесь на круиз и вперед. Ну и, конечно же, температуру мерили. Вот вы сейчас видели ролик, этот ролик мы сняли именно как путешествие в масках, и мы именно хотели показать людям, что и в масках можно путешествовать, и в пандемию все возможно. Главное, очень захотеть, а мы захотели. Как-то вот так. Свет, меня нормально слышно? Да, нормально, но тут я не могу видеть там, как комментарии есть или нет. Ну ладно, потом разберемся. Да, ну как вы добирались из Берлина? Откуда у вас, из какого порта вы отчалили? И как... Ведь это только вот в Европе пока еще можно. Странам России это пока мы все живем в ожидании, наблюдаем, как вы там плаваете. Вы добрались из Берлина до... На машине. Мы добрались из Берлина на машине. Мы доехали до Италии, в Вену. И смотрите, надо использовать то, что под рукой, и не искать себе другое. Да? Пока в Россию не выпускают, то Россия может пока погулять по России. Потому что если человек любит гулять и любит путешествовать, он будет в этом фокусе. Но как только, как говорится, оковы спадут, и Россия может будет путешествовать, да, то мы все наши, мы говорили о том сегодня, накопительные средства потратим уже на круиз. То есть мы, в принципе, можем купить круиз уже сегодня. Он у нас уже есть в базе данных. У нас 5000 возможностей. Можем запланировать его уже на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, на 22-й год. Мы, в свою очередь, это решили быстро, потому что в Европе, и жителям Европы, предоставляется право заказать круиз за 2 недели в течение 2 недель до отъезда. То есть нет никакой проблемы, сегодня могу купить круиз на послезавтра. Мы за 2 дня решение приняли, то есть 10 декабря принимается решение, что как же показать всему миру, что можно путешествовать там, где можно путешествовать. Вот мы приняли такое решение, сели на машину, поехали в Италию. В Италии пересели на замечательный корабль «Грандиоза», «МСИ», великолепный 19-этажный красавец. И вот вы видите на фотографии, так началось наше путешествие. Мы завтракали, обедали, ужинали, танцевали, ели, пили. Потому что это, друзья, великолепно. И хотели показать всему миру, что мы там есть. Недавно, вот сейчас буквально еще неделю назад, еще партнеры вернулись с очередного круиза, тоже из Европы. То есть есть отпуск для всех. Один собирает на него, пока временно ждет, но потом пойдет. Другой уже идет, потому что есть круизы, были круизы, будут круизы. Это единственный сегмент, который на сегодняшний день развивается, абсолютно не имеет никаких остановок и продолжает действовать. Все круизные лайнеры готовы к людям. Это очень важно. Но попадая на эти лайнеры, люди имеют возможность здесь не просто путешествовать от страны в страну, да, от города в город. Они имеют возможность здесь также питаться великолепно, да, питание это вообще что-то особенное, завтрак, обед, ужин, все входит в цену, да, вот, как, начиная от тестов, заканчивая, да, вот, и всеми мероприятиями, то есть вас ждут такие удивительные возможности, как завтрак, вот так вот шикарно, с таким обилием еды, но единственная разница в пандемию, что этот завтрак вам предоставляется не в буфетной форме, как вы привыкли это видеть, а вам дают все в таких маленьких тарелочках, но вы можете выбирать все, что вашей душе угодно. То есть совершенно нет никакой проблемы, а в окошко, кстати, на вас смотрит Генуя. Это наш порт, из которого мы вышли на Грандиозе и поплыли дальше. То есть то же самое происходит с обедом, вы можете выбрать тоже себе все, что угодно, сколько угодно этих тарелочек, ешьте без конца и края. Все к вам, пожалуйста, от пиццы до любого блюда. У нас была великолепная компания, у нас приехали партнеры из Италии, мы из Германии, все встретились на борту. На борту было всего 600 человек из 6000 возможных. 10% берет корабль сегодня на борт в виде ограничения. Да? То есть представляете, что корабль полностью функционирует со всем составом. Вас обслуживают практически 4 человека на одного. У вас есть все великолепие еды. У вас есть потрясающее обслуживание. Да? Вот, допустим, так выглядит ужин в ресторане, да? Если вы его как бы вечером пойдете. Да?
И это уже белые скатерти, это уже великолепная обстановка, это еще круче еда любого уровня. Пожалуйста, приходите, берите. Вам подают все официанты, их не стало меньше, вас стало меньше, обслуживание еще в 5 раз лучше увеличилось, потому что, ну, нельзя так, конечно, говорить, как бы, грубо говоря, злорадствовать, да, но, в общем, пандемия нам со всех сторон была в пользу, потому что мы и больше всего на себе имели внимание. Ну, и, конечно, путешествие на корабле – это развлечение, это удивительное развлечение, это и бары, и рестораны, и танцы, и платья в пол. И каждый день шоу-программа, то есть у вас настолько все великолепно, что не любить, не хотеть и говорить, что этого нет, это просто абсурд, да? Но людей поменьше, да, людей было мало, но нам не было скучно, мы шикарно проводили время на дискотеках 70-х, мы могли пойти и послушать джаз в специальной площадке, мы могли пойти вот так выпить хорошего напитка какого-то и послушать просто интересную какую-то классическую музыку, и каждый день на лайнере есть шоу. Шоу высочайшего уровня, потрясающие программы. Ни одно шоу, Света, не было отменено. Можете себе представить? Шоу были в режиме лайв каждый день. То есть нас сидело 100 человек, 200 человек, 300 человек, а шоу были. То есть я говорю о том, что мы находимся в фокусе такого уровня, где ничего не меняется, вне зависимости от ситуации вокруг. Главное очень захотеть. Поэтому этот эфир, друзья, для тех людей, которые еще не знают про наш клуб. Вы зайдете позже, вы посмотрите, вы увидите. Главное, чтобы вы понимали, что если вы в своей голове приняли решение путешествовать, и вы не боитесь слов и каких-то вокруг происходящих событий, то заходите к нам в клуб, потому что вы будете вот в этом великолепии гулять, отдыхать. Вы знаете, что многие корабли имеют вот такие замечательные лестницы Сваровского, на которых вы сейчас видите меня, допустим. Обязательно купите себе платье в пол, потому что это необходимость. Мужчины красивые костюмы. Вы можете переодеваться 100 раз на день. У вас есть с собой весь гардероб, все висит красиво в шкафу, вот вам я на балконе, вот я вам в баре, в ресторане, на палубе, ну, как бы неважно где, и все это вы можете себе позволить, потому что вы на круизе, а на круизе можно все, на круизе можно одеваться, танцевать, гулять, пить, есть, видеть мир в 3 раза быстрее, потому что за один круиз вы проходите 3 или 4 страны, и, как я уже вам сказала, в нашем клубе есть выбор возможностей, это и удовольствие, и путешествие, и заработок. А путешествие у нас иногда бывает в бонус. Вот так, например, у меня. Что такое путешествие в бонус? Это возможность зайти к нам и привести с собой еще 5 человек, которые покажут вам, дадут вам вот действительно путешествовать абсолютно безоплатно. То есть с того момента, как вы пригласите вместе с собой или после себя 5 таких же, как и вы, людей, которые здесь хотят либо путешествовать по накопительной программе, либо распространять наш продукт и купить одноразовую лицензию, активацию, которая позволяет вам приглашать людей, получите хороший кабинет, получите хороших спонсоров и начнете распространять возможность быть одним из нас. Мы не продаем круизы, мы не наживаемся на круизах, наоборот, мы экономим вашу возможность покупать круизы дешевле, потому что благодаря нашему приглашению вы экономите до 50% на том, что вы будете покупать напрямую у всех ведущих пароходств мира свои круизные возможности. И за счет этого образуется определенное количество процентов скидки для тех, кто в клубе. Но если вы будете таких людей приглашать к нам в клуб и пригласите 5 людей после себя, вы получите право безоплатного путешествия на всю жизнь. Услышьте меня. В 2018 году, 12 января, я приняла решение за 15 минут быть здесь и сейчас. Сегодня 3-й год, уже 3 года прошло, как я путешествую за счет клуба, потому что уже в первом месяце эти 5 человек в мою команду зашли. Сегодня мы здесь со Светой рассказываем вам вот об этом великолепии. Станьте членом и партнером компании Крузес, пригласите за собой еще 5 человек, и ваша жизнь удалась. Вы будете пользователем всех ведущих круизных линий мира. Вам откроется право бронирования без посредников, и вы сможете на любых лайнерах, которые дали нам право себя заказывать напрямую через то, что мы скачиваем просто приложение к себе на телефон или на компьютер, позволяют нам бронировать их абсолютно напрямую. Помимо этого у нас есть, конечно, все лицензии, все доказательства, что компания прозрачная, легальная, красивая и замечательная. У нас, мы являемся полноправным членом, партнером, членом Ассоциации круизных линий мира, без которых вообще ни одно пароходство не может встать на воду. Можете представить, мы имеем собственную номер, собственный регистрационный номер именно в этой ассоциации. А также у нас есть регистрация в разных штатах Америки и Европы,
У нас есть гарантия вклада денежных средств, которые вы будете тратить, когда будете путешествовать, потому что вот если вы стали туристом в нашем клубе, вам надо будет просто каждый месяц вносить на накопительную систему в рассрочку по $100. То есть каждый месяц вы будете заносить на свое будущее путешествие по $100. Эти деньги у вас застрахованы в гарантии Trust My Travel. И как я вам уже сказала, если вы купите лицензию за $195 один раз, вы с этого момента можете приглашать людей, пригласив 5-го человека, больше $100 платить не будете. Компания будет заносить за вас. Но имея гарантию Trust My Travel, вы можете быть уверены, что если, не дай бог, путешествие не состоится, все до копеечки денежки вам зачислятся обратно на ваш дебетовый счет в круизном кошельке. Все подробности вы сможете спросить позже у Светланы или обратиться ко мне, если вам это захочется. Мы вам объясним, как это функционирует. Самое главное, что компания надежная, легальная, зарегистрированная. Мы сегодня уже почти в 180 странах мира. Нас уже сегодня больше, чем 200 тысяч человек. Среди нас уже 10%, почти 20 тысяч человек в мире путешествуют по системе безоплатно. И мы сегодня говорим, что вы в компании, где есть вся система оплат. Любую карточку принимает, даже биткоины принимает наша компания, чтобы оплатить ваше путешествие. Это уже говорит о том, что мы легальные, прозрачные и надежные. И самое главное наше достоинство, что мы действительно являемся источником бронирования всех круизных линий напрямую. Да? То есть они все в нас поверили, все дали нам свои цены, и мы можем у них все закупать для себя, для своих семей абсолютно без каких-либо посреднических услуг. С нами работают на самые классные суда. Вообще эта отрасль многомиллиардная, и поэтому мы знаем, что мы находимся в секторе самых необычных возможностей. Именно где есть выбор, где есть очень великолепные перспективы. Поэтому цель клуба, почему мы здесь и сейчас вам вещаем, это менять жизнь к лучшему, путешествовать, создавать рабочие места себе и людям. Если вы купили лицензию, пригласите 5 человек, у вас уже безоплатный сертификат, и вы можете с этого момента также начать свой шикарный бизнес, который принесет вам уровень заработка от $300 до бесконечности, в зависимости от количества приглашенных вами людей, и эти люди тоже могут иметь то же самое, что и вы. Таким образом, вы создаете свой бизнес при вкладе одной лицензии, $195. Друзья, вообще ни о чем. Но если вы приглашаете 5 человек и получаете безоплатную возможность путешествия, и при этом еще и получаете денежный бонус уже в настоящих денежных знаках, долларах, пригласив 5 человек, вы, в принципе, получаете за них порядка $350 обратно. Маркетинг-план очень интересный, очень гибкий, очень легкий. И поэтому на него мы сейчас много времени тратить не будем. Скажем так, что пригласив первых 5 человек, вы также полностью возвращаете вложенные средства. То есть вы вносите $295 в первый месяц, 100 на путешествие, 195 лицензия, приглашаете 5 человек, вам за это вычисляют, клуб начисляет $350 где-то кругом бегом, вы забираете все вложенные средства, получаете сертификат безоплатного путешествия, и с этого дня у вас есть еще 5 способов зарабатывать ваши деньги бесконечно, в зависимости от того, кого и сколько человек вы пригласили в наш замечательный клуб. То есть я скажу честно, нигде не видела таких великолепных возможностей, да, я в клубе, еще раз повторяю, пошел 4-й год, я здесь, конечно, давно уже путешествую безоплатно, все 3 года, я здесь зарабатываю уже давно доход, я сеньор-маркетинг-директор, то есть вторая ступень к счастью, то есть такой сертификат, который вы сейчас видите на экране, вручил мне сам президент компании Inclusus Майкл Хатчесон. Человек удивительный, человек потрясающий, самое главное, человек, которому можно верить. Да, вот мы ему все верим, потому что он финансовый адвокат, он человек известный, да, поставил очень много интересных стартапов, инвестор, да. Кроме всего прочего, коуч, ментор и антикризисный менеджер, придумав эту программу, он реально спасает человечество от скуки. Мы на протяжении всей пандемии не имеем 5 минут свободного времени, даже сегодня, в день любви. Вы видите, мы вышли к вам сюда не только для того, чтобы вас поздравить с праздником, но еще и подарить вам замечательную возможность путешествовать полцены или вообще безоплатно, а то и бизнес может и свой организовать. Это потрясающе. Вот Майкл Хатчесон приезжал в Германию уже 3 раза, то есть я с ним лично знакома. Также, конечно, я его видела на площадках Украины, Барселоны, Санкт-Петербурга, и это все потрясает, потому что президент компании абсолютно открытая, проверенная личность, про него можно много прочитать, и быть в компании у человека, который настолько открыт к людям, настолько
великолепно относится к своей команде, настолько поощрительно относится к своей команде, проводит сам курсы, постоянные семинары и вебинары, это, знаете, это тоже дорогого стоит. То есть задумайтесь, где вы работаете, на кого вы работаете, и присоединяйтесь к нам в компанию. Потому что в нашей компании одни сплошные перспективы и возможности. Путешествуйте с нами, друзья. И не теряйте веру в то, что сегодняшний день может быть вообще переломным для вас, и сегодня вы услышали то, что может поменять кардинально вашу жизнь в лучшую сторону. Света, как меня слышно? Потрясающе. Это, да, слышно великолепно. Я сейчас перейду в другую вкладку, посмотрю, как там у нас, какие кто-то оставил комментарии. Но это давайте подведем итоги. То есть, смотрите, вы зашли в клуб, вы за лицензию и за свое будущее путешествие внесли $295, которые тут же вам вернулись, поскольку вы пригласили 5 человек. Они не только вернулись, вот если я правильно поняла, значит, эти 5 человек, от этих 5 человек приглашенных, еще вы получили 50 плюс 60 плюс 70 плюс 80, итого $350 вы получили реальными живыми долларами на карточку. То есть это потрясающе. Вы не то, получается, вы не только то, что вот вложили. Карточка. Да, вот карточка такая у нас всем дается. Абсолютно верно. Всем участникам, кто покупает лицензию, есть право предоставления вот такой кредитной карточки. У меня это Visa карт, такой красавица такая, посмотрите. Да, прямо Incruises карта с корабликами. И вы на нее получаете зарплату. То есть в тот момент, как вы купили $195 франшизу, у вас ее так называют в России, но это на самом деле лицензия, обычная лицензия. Да, и вы, когда покупаете ее активацию, вы начинаете приглашать людей. И приглашая этих людей, вы также имеете возможность получать деньги. Вот на эту карточку, и это уже живые деньги, вы можете их тратить. То есть, действительно, я положила $295, $100 сразу превратились в 200, потому что я уже рассказывала в начале передачи, что у нас каждый доллар, да, удваивается за счет компании, есть для этого своя система. И 195 имею право приглашать людей. За каждого последующего человека, будь то турист, будь то партнер, я получаю денежные средства. Я действительно получила обратно за 5 партнеров $350, Таким образом, я полностью окупила свой вход с первого месяца. Больше я ничего не платила. Я забрала то, что я положила, и до сегодняшнего дня пользуюсь путешествиями, приглашаю людей. И главное, очень важно, Света, чтобы все те люди, которые зашли после меня, практически все уже были хотя бы раз в одном круизном путешествии. То есть вся моя команда там успела побывать. Не побывали только 5 или 6 человек из моих прямых, да, приглашенных, которые не успели из-за пандемии, но сейчас уже забронировали у меня в мае. В июне, в июле люди идут с круиза. У меня у самой в июле круиз, и я иду с командой, там будет человек 20 у нас на борту, отмечать свой день рождения. Я уже купила круиз на ноябрь из Израиля, великолепный круиз, где я забираю свою маму, мы с ней отправляемся в Европу именно на круизе. То есть возможностей столько, бери, не хочу. И все это только за счет компании. И зарплата, и путешествия, и бонусы, и люди, которые счастливые, которым ты даешь эту возможность. То есть это ни с чем не сравнимое счастье. Да, подведем итог. Помимо того, что вы вернули вложенные средства в компанию, они вам вернулись на карточку, так вы теперь еще зарабатываете от того, что ваша команда с каждым днем все растет и растет. То есть абсолютно верно. И получили, вернули обратно затраченные средства, и еще и плюсом пошла зарплата ежемесячно, и причем это пожизненно компания... Пожизненно. Вот это действительно. Люди, наверное, многие не верят, считают лохотрон, потому что они не понимают, как можно на путешествиях зарабатывать. Но вот, ребята, перед нами реальные лица. Вы видели в начале сам ролик, как что в пандемию корабли ходят, лайнеры ходят, и наши партнеры из Берлина, из Европы, они вовсю сейчас путешествуют. Вот скоро и Россия, вот мы ждем, мы бронируем, мы живем в ожидании, мы живем в предвкушении, когда весь мир в напряжении ожидает, что завтра будет, то члены нашего клуба, они живут в предвкушении круиза, да, и многие уже бронируют, забронируют на октябрь. Ну, это просто потрясающе, это уникальная программа вот Майкла Хатчисона. Я еще знаю, что он был антикризисным менеджером Тони Робинса, когда тот в самом начале своей карьеры и вывел его из минуса
на вот, и Тони Робинс благодаря ему стал тем, кто он сейчас есть. Вот, это Майк, у Майкла это просто невероятное вот, его видение. И как что он создал такую программу лояльности, в которой могут путешествовать, вот круиз могут позволить путешествовать сейчас и студент, и пенсионер. Это просто и Майклу огромный респект, и вот и всем нам, кто в него поверил и кто пришел в этот клуб. Мы сейчас можем путешествовать на лайнерах с масками, а не сидеть без масок у телевизора, как многие сейчас сидят у телевизора, но без масок. А кто-то путешествует. Ну да, немножечко надо соответствовать нормам времени. Но не мешало, вы же кушали, все, ходили там без масок. Вот посмотрите, Светочка, это вот то, что вы сейчас видите на экране, это великолепный вид с моего балкона на корабле. Да, как вы думаете, ну как, что лучше, сидеть на балконе, наслаждаться таким видом, или сидеть и думать о том, что корабли распилили, и вообще никто не пользуется сегодня отдыхом? Друзья, все в голове. Очищаем голову от предрассудков, отправляемся в путешествие, а пока еще границы закрыты, собираем деньги, копим. У нас шикарная бонусная программа накопительная. И получаем возможность намного больше денег потратить, чем положили. Вот это великолепие вам позволит только наш клуб. Мы вас там ждем, мы вас туда приглашаем. Мы вам очень и очень настоятельно рекомендуем, обратите на нас внимание, потому что мы люди со всего мира, совершенно разные. Нас объединяет любовь к путешествиям. Вот это великолепие может быть и вашим великолепием уже сегодня. Если вы постучитесь и спросите, как. Да, переходите прямо по ссылке, прямо сейчас в шапке профиля. Я благодарю замечательную девушку нашу из клуба «Инкрузис», Еэль Франкфурт, с таким красивым именем. Еэль Франкфурт, она из Берлина, она не из Франкфурта, это такая красивая фамилия. Я очень благодарю за то, что вот сегодня с нами была в прямом эфире. Это прямой эфир сегодня, 14 февраля 2021 года, чтобы вы понимали, что это не запись, это прямой эфир. Да, и я поздравляю всех с Днем влюбленных. Пусть Святой Валентин войдет в каждый дом, наполнит теплом, радостью, светом. И пусть даст возможность вам хотя бы начать мечтать уже о путешествиях. Выключить телевизоры, вообще выбросить с балкона телевизоры и вот только жить мечтами о путешествиях. Ну и, конечно же, что там мечтать, надо делать. Заходи в клуб, да делай. И вернуться не только затраченные средства на вход, но и сверху прибудет гораздо больше. Да, отдаем, кто отдает, тот получает. И вот в нашем клубе это возможно. Это действительно сказка. Если кто-то там будет где-то слушать и будет, скажет, что это не может быть, но это все может. Вот реальные факты вам сейчас были, ролик в самом начале и реальный человек, который побывал в круизе, который вот в этом клубе путешествует безоплатно, пожизненно. Вот надо понимать, главное, что пожизненно. Один раз 5 человек вместе с собой в клуб привел и уже пожизненно путешествуешь. Это действительно, в это трудно поверить, но придется. Да. Благодарю огромное, Яэль. Поздравляю, я еще тоже вас поздравляю с Днем Святого Валентина. И пусть нас таких становится все больше и больше, счастливчиков судьбы. И кто-то сказал, что наша компания «Инкрузис» помазана. Действительно, Бог ценит, бережет, наверное, тех, кто позитивный, кто живет мечтами о путешествиях, путешествует. И тому дается, наверное, больше, чем те, кто живет в унынии. Так что приятно, выгоднее быть всегда позитивным и верить в чудеса. Вот. И, наверное, это действительно нужно открыться возможностям. Нам посылают возможности, а мы проходим мимо. Ай да ерунда, ай да лохотрон, ай да... И таким образом упускаем возможности. А тот, кто не упустил, тот, кто поверил, тот сейчас наслаждается круизами.
Спасибо огромное. И мы будем завершать трансляцию. Вот такой вот экспромтчик у нас сегодня получился на Facebook. И мы посмотрим, да, и мы посмотрим. Светочка, спасибо огромное. Я, наверное, буду прощаться. Вы, наверное, будете закруглять свой эфир. Друзья, спасибо огромное за внимание. Еще раз говорю и призываю каждого, поздравляю всех с праздником любви. Любите друг друга, любите своих друзей, знакомых, и не только тех, кого вы до сегодняшнего дня любили, а если вы еще не нашли свою любовь, заходите в клуб Инкрузо, здесь вы точно встретите свою любовь, а любовь к путешествиям вам гарантирована. Мы все очень любим путешествовать, и мы ждем каждого из вас. С вами была я, Эль Франкфурт, спасибо, Свет, за прекрасное приглашение, и до новых встреч! До новых встреч, да. Может быть, в Турции встретимся уже на 5-летие кампании уже прошло, ну, там весной будет новое путешествие. Дай тому Бог. Всего доброго. Да, всего доброго. До новых встреч. Так, мы будем завершать. Да, ну вот, друзья, я благодарю всех, кто был сегодня с нами. И, конечно же, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Пишите в личку, пишите в комментариях, куда, где возможно. Первым десятерым привилегия. С вами была Светлана Марсюкова, тоже партнер клуба Инкрузис. Я тоже не упустила эту возможность, потому что я тоже люблю путешествовать и не один раз в год, а 3-4 раза в год как минимум. Всего доброго, до свидания. И ждем вас. Так.